приподзаправиться. Завтрак туриста. Давай, турист, рассказывай, что вообще запланировали сегодня? Короче, замысел какой? Нам надо привезти еще один мотоцикл на этом мотоцикле. Почему на мотоцикле надо его привезти, а не на эвакуаторе или еще на какой-то там технике? Блять, ну нету ответа на этот вопрос. Это глупый вопрос, потому что можем. Соответственно, вот, изготовили такую пространственную конструкцию. То есть все намертво крепится к швеллеру с помощью храповых механизмов, большого количества цепей, веревок. А сам швеллер к раме прикреплен с помощью прочного скотча. На нем вся земля держится. Да, да, да. Ну и помимо этого имеется в наличии вот такой багажник с необходимым в путешествии зипом. Без него никак. Без него никак. Там вчера еще пиво лежало, но его выпили. Пускай вода еще будет. Вдруг что? Ну, собственно, вот. А это пилот истребителя. Ну и как? В принципе, в тыкс я загоняю, можно выдвигаться, например. Ну, поехали тогда. О, уже поймали пацанов. Пойдем посмотрим, что там происходит. Дураки. Ой, ты долбоёбан. Километров в час. Мы их не можем догнать уже там минут 5, наверное. Но они вроде он показались впереди. Сейчас мы их попробуем обойти. В иголочку, да. Цепляется. Сейчас покажу. Как техника? Блять, страшно трезвым ездить. Надо выпить срочно, немедленно. Прям вот не отлагая ничего и не отходя от кассы. И не приходя в сознание. Yeah.
это самое, погазуй маленечко. Звук, послушай. Воу-воу-воу, полегче.